Ольга Бузова, по мнению зрителей, случайно показала своего бойфренда в эфире шоу «Мартиросян официал», беседуя с ведущим по скайпу. Хотя певица часто жалуется на вынужденное одиночество, которое в ее личной жизни царит вот уже 2 года, недавно у поклонников теледивы появился веский повод усомниться в ее словах. 1 апреля Comedy Club выпустил новую программу с Гариком Мартиросяном. Одним из гостей пилотного выпуска стал певец Лев Лещенко, которому ведущий предложил разыграть Бузову. Вместе они позвонили Ольге по скайпу и сообщили, будто она в этом году открывает чемпионат мира по футболу. Пранкеры сумели продержать интригу несколько минут, однако беседа закончилась более интересным поворотом, чем ожидалось. За несколько секунд до отключения в комнате за спиной Бузовой промелькнул силуэт мужчины. Поскольку было дело в квартире звезды, а час был довольно поздний, телезрители заподозрили, что вместе с Ольгой был никто иной, как ее любовник. Остается неясным, почему певица так часто выставляет себя жертвой одиночества, если на деле у нее есть тайный сожитель или даже гражданский муж.